Давайте рассмотрим основные новости за 4 апреля 2018 года. Так, что мы выделили, что выделяют СМИ? «Газпром» заявляет, что после запуска «Северного потока-2» транзит через Украину упадет в 10 раз. Как уже сообщалось ранее, Трамп хочет вывести войска из Сирии. Бывший политзаключенный Кремля Юрий Солошенко умер. США выделяют 170 миллионов долларов на военные нужды стран Балтии. 4 апреля 2018 года. Аудиторы из PricewaterhouseCoopers говорят, что предупреждали Приватбанк о связанных кредитах, то есть кредитах, выданных связанным лицам. Супрун не намерена уходить с поста ВО министра здравоохранения, кстати, напомню. Аваков заявляет, что не видит Порошенко, Петра Порошенко, единым кандидатом от коалиции. НАБУ проверяет информацию о финансировании Муамуром Каддафи президентской кампании Юлии Тимошенко. Интересная новость. 4 апреля 2018 года. Так, ну и Трамп заявляет, что не поддерживает строительство Северного потока 2, который так и не построили, не запустили. Вот такие основные новости мы выделяем за 4 апреля.